Тяга верхнего блока к груди – хорошее базовое упражнение для развития массы и ширины спины. Выполняется сидя в тренажере. Ноги уперты в пол, спина прямая, немного отклонена назад. Небольшой прогиб в поясничном отделе. Руки прямые, подняты вверх, удерживают рукоять блока. Ладони смотрят вперед, хват широкий. Тянем рукоятку блока к верхней части груди, разводя локти в стороны. Далее возвращаемся в исходное положение. Упражнение оказывает воздействие на широчайшие мышцы спины, большие круглые мышцы, дельтовидные мышцы, преимущественно задний пучок, трапеции, ромбовидную мышцу, бицепсы и пресс. Данное упражнение можно выполнять различными хватами и с различными рукоятями.